Это был пропущенный матч первого круга. Нагрузка на «Спартак» выпала слишком большая. Третья встреча за 7 дней. К тому же в двух предыдущих «Спартаковцы» проиграли. Видно, тренеры нашли способ воодушевить команду. Правда, Пахтакор выглядел на удивление без зуба, что облегчило задачу «Спартаковцам». В первом тайме дважды отличился Радченко. Сначала он в борьбе с защитником направил мяч в ворота, а затем среагировал на передачу Шалимова. Едва начался второй тайм, как вышедший на замену Перепатенко отличным ударом увеличил счет. После этого Пахтакор окончательно сдался, и если бы не отказ спартаковцев от активной игры, все-таки необходимо беречь силы, счет мог быть просто разгромным. Хозяева же поля ограничились еще одним мячом, который провел Мостовой. Крупная победа «Спартака» 4-0.